Добрый день, друзья. Всем привет, бары. Ну, у нас сегодня состоялась фантастическая свадьба. Да. Мы хотели бы пару слов сказать о нашем ведущем. Рубен сделал наш вечер сегодня фантастически хорошо. И мы хотели пару строк, просто слов сказать. Благодарность, во-первых, Рубену, потому что наша свадьба действительно состоялась. Да, и он внес особую атмосферу, очень теплую. Все гости были расслаблены, многие к нам подходили, говорили: ребят, как классно, я не напряжена на свадьбе, я не напряжена. Это очень важно. Мы выбрали Рубена, потому что он сочетает интеллигентность, юмор, при этом он свободно говорит по-армянски, конечно же, что для важно нас это, на да, очень свадьбе. Важно было, потому что я армянин, русская, да. И мы решили сделать армяно-русскую свадьбу, да. И нам очень важно было, чтобы ведущий был человек, который понимает и русскую, да, культуру, и армянскую. Да. И это очень идеально получилось. Рубен как раз это чудесно сочетает в себе. Да. И мы даже везли его из Москвы, потому что в Армении нет ведущих такого уровня, как Рубен. Мы долго искали его, очень долго искали. И по отзывам наших организаторов мы смогли найти контакты Рубена, хотя в реальности Рубена можно просто найти в Гугле, просто да, армянский. Кстати, в Ютубе Рубен, да, второй по запросу интеллигентный армянский ведущий. Да. Да. Так что можете искать. Да. И мы советуем Рубена как хорошего ведущего, который работает с барой, который старается от себя что-то внести. Он несколько предложений сделал очень классных, креативных. К сожалению, мы не все смогли реализовать по независимым от нас, не от нас нет Рубена причинам, но нам очень понравился вот этот креативный подход, потому что мы хотели нестандартную свадьбу. Да, и мы еще хотим вас всех, всем вам посоветовать, бронируйте Рубена заранее. Да. Потому что такой ведущий на расхват, я уверен. Да.